Новых случаев коронавируса зарегистрировали сегодня в регионе. Один в Экибастузе, второй в Павлодаре. Оба заболевшие сами обратились к медикам. Подробности знает Александра Петрова. Коронавирус сегодня подтвердился у жителя Экибастуза 1949 года рождения. Пенсионер рассказал медикам, что самочувствие ухудшилось 5 дней назад, но за помощью не обращался. Скорую вызвал, лишь когда стало совсем плохо. Его госпитализировали с пневмонией и взяли анализ на COVID-19. Результат оказался положительный. Так же, как у 42-летней домохозяйки из Павлодара. Она попала в больницу с предварительным диагнозом ОРВИ. Оба пациента утверждают, за рубеж не выезжали и с ранее выявленными не контактировали. Где они заразились, должно установить эпидемиологическое расследование. На сегодняшний день в Павлодарской области официально зарегистрировано 15 фактов заболевания коронавирусной инфекцией. Также у нас 1328 человек находится под медицинским наблюдением. Это в условиях стационара 328 человек. Также на домашнем карантине 1000 человек. Между тем, сегодня в Павлодаре на карантин закрыли еще один подъезд. Блокпост выставили на Катаева 11/2. Там на 14 дней изолированы жители 50 квартир. А в Экибастузе опечатали сразу две многоэтажки – по Королева 92 и Ауэзова 38. Как пояснили чиновники, инфицированный проживал по обоим адресам. Александра Петрова, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис».